Это венский запев. Такой маленький фокус. О. Ого. Ну, это я бен. Угу. А это град, да. Он вложил по 100 долларов. Наложил бы и 3, я так понял, и 3 сошло. Приветствую любителей бильярда. У нас вторая часть с легендарным мастером бильярдных игр Иваном Ареванюком Луцким. Первый, который я сделал, это было лет 5 назад. К нему я шел давно, около 10 лет, конечно. Это надо было организовать технологический процесс этого. Есть у меня помощники, есть токар, который точил на космические корабли детали. Ну, он уже, конечно, в возрасте, но делает здесь комар носа не подточит. Есть лекальщик, есть два ювелира. Есть инкрустатор, который делает инкрустаты и кости, а есть, который делает на ценных металлах гравировки. Первый образец сделаю я сам, естественно. Потом вот те процессы, которые уже прошли этап производственный, у меня есть помощники, которые делают технические вопросы. Но сама философия Кия, его игровые качества, параметры, подбор материала, ну, естественно, знания, опыт и точность подгонки, ребята. Угу. Так что здесь надо быть левшой. Ну, мы стараемся это делать. Я вам покажу, кстати, точность подгонки. Вот если взять, вот здесь может быть видно след пилы. Ну, это как бы еще проушина не запиленная. Вот в наборе уже проушины запилены. И видно точность и частота подгонки. Здесь подгонка делается, не видно ни следа пилы, ни следа инструмента никакого, абсолютно прецизионно и точно, десятки. Вот здесь толщина запила 0,7, вот в этом. Это венский запил. Вот, вот на белом, может быть, лучше видно. И вот вернемся к короне. Мы делаем 12-перую, 8-перую, делаем 4-перую корону с длинным коротким запилом. А вот здесь такой маленький фокус. О. Ого. Вот это все делается и механическим часть работы методом. И острые кончики делается подгонка вручную для того, чтобы их они были на одном уровне. Ну, это я бен. Угу. А это град, да. Уже им можно играть, если его даже не склеить. Он будет держаться. Вот этот запил. Но это все кто-то должен придумать, кто-то должен создать первый образец. Когда создан первый образец, апробирован он практически. А еще больший успех, когда этим инструментом выиграли значущий чемпионат или коммерческий, самый большой, как Крыжановский выиграл маленький. Потом мы ему немножко там подправляли, потому что он вырастал же, ну, надо было что-то поправлять. Как Винокур, как Пивченко, как Пощинский, как Паламарь. Кстати, как Паламарь, вот они выиграли. Пивченко и Паламар играли у Сурийск в финале. И Пивченко играл, ну, 12-перой короны, первой, которую я создал. Угу. А Паламар играл тоже венским запилом, моим кием. Выиграли они, ну, в финале что играли. А через 2 месяца был турнир в Совиде. И точно то же самое. Пивченко и Паламар играли в финале. Ну, в этот год Пивченко стал лучшим игроком мира по русскому бильярду. Да. Вот если взять деятельность, которую уже это все-таки 40 лет, то можно уже и подводить итоги, но еще рановато. Еще надеюсь, как, извините, это история. Страдивари сделал, говорят, 94 года, 93 года. Лучшую скрипку император, ну, в возрасте. Угу. Мне-то всего еще лет 20 надо трудиться, чтобы сделать лучший ки. Понятно. А для тех, кто собирается приобрести ки от Ивана Ареванюка,
получит в подарок любой из наших видеокурсов онлайн-школы. С какого дерева вы считаете лучше будет кий? Если бы это было все так однозначно. К сожалению, лучший кий надо еще сделать. Сделано много киев хороших, но лучший, как впереди у нас. А чтобы сделать хороший кий-инструмент, должна быть технология. У нас никто не учит ни в академиях, ни в университетах, ни за границах, как делать бильярдный кий. Каждый мастер сам по себе добивается хорошего результата. Ну, а чтобы добиться результата, естественно, надо трудиться. Проснулся, думаешь про кий. Некоторое время, но не целый же день. Ложишься спать, тоже думаешь об этом. Тоже не все время, поспать надо. Дело в том, что я учился на столяра-краснодеревца, резчика по дереву, художника. Ну, мне преобладала все-таки резьба. Был создан цех. Один из лучших на Украине, не хуже других. А бильярд было хобби, естественно. Ну, когда пришлось делать кий, когда пришлось играть, мне решать вопрос с кия, я ездил там по ВДНХ в Москве, ну и попал к Фролову. Он как-то мне доверился, завел себя в мастерскую, но я еще же юноша-то был. Ну и вот он показал мне эти кии, и тут вопрос цены-то стал. 1000 рублей. Ого, по тем временам-то. А какой год это был? Может быть, 75-й. Ну, я зарабатывал, там, меня 200 рублей в месяц. Появилось у меня желание сделать самому кий себе. Ну, и с того началось. Делал кий раньше. 1-3 месяца, полгода кий один делал. Ну, для себя все делал. Ну, и вот таким образом учился делать кии. Естественно, научили дерево, как обрабатывать. Потом спецтехнология, материаловедение. Все это надо было знать на 5. Где в училище я успешно справлялся с этим. Выше не было оценки. Ну и вот, как бы, имея уже багаж такой, я начал сделать себе кий. Это было 45 лет назад. Какой кий за вашу карьеру самый дорогой, который вы продали? Неуместно применять фанатизма к этому вопросу. Есть у меня как бы установленные прайсы, которые внутренние. Но был случай, естественно, в разгар бильярдного времени, когда бильярдные VIP-залы, все было. Ну, поехал я на чемпионат, сделал кий, на турнир. Поехал, сделал кий из Зебена. Ну, не знаю, второй или какой-то. Человек подходит, я хочу ваш кий. А я говорю, он не продается, я сам играю. Сказал, ну, хорошо. Ну, тут подходит хозяин этой бильярдной-то ко мне. Человек, с которым я хорошо знаком, которого подводить нельзя. Он подошел, и Ваня говорит, если ты не продашь этому человеку кий, то мне очень и очень будет. Ну, я говорю, ну, хорошо. Давай, ну если так обстоят дела. Сходит этот человек, достает деньги, говорит, скажешь, сколько хватит. Ну, там было не пару тысяч, а пачка денег было. Ну, а сколько это примерно? Ну, где-то поменял на доллары, тогда доллары уже были. Ложит. Я смотрю, ну, уже доходит до 20 этих бумажек. Я говорю, стоп. Говорю, вы знаете, я не могу так. Я так не работаю. Я мастер, я уважаю вас и уважаю свой труд. Цена того кия, вот возьмите 5 бумажек назад. Это будет цена, это есть цена максимально этого кия. Никогда у меня не было случая, чтобы я здесь фантазировал по цене. А он клал как по сотке долларов, да, каждую секунду? Он ложил по 100 долларов. Наложил бы и 3, я так понял, и 3 сошло. Какой это год был? Это было уже после 91-го года. Кого вы считаете из киевных мастеров достойным мастером, кии которого вам бы нравились? Ну, мне в мастере нравится честность, доброта, любовь к своему делу. Все мастера хороши. И всех я уважаю, и все мои коллеги. А как вы выбираете граб себе? Я слышал, вы ездили по лесам. Кстати, выбираю граб тем же методом, это отбора, интуиции. Не каждый брусок подходит.
Здесь и удельный вес, здесь и место, откуда он вырезан, этот граб. Северная сторона. Ну, это уже интуитивно подбирается там, на вагу, на плотность, на пошору, по сколу, по прогибу. И мастер, если делается, например, Киев, ну, там, 5 в месяц своими помощниками, больше он не сделает. Каждый брусок на этот кий подбирает мастер. Ну, а если делать больше количества, больших даже количества, естественно, дай Бог, чтобы они так же само, как и мастер, относились к своему труду. Организаторы, рабочие. А северная сторона, она более плотнее, да, чем южная, например? Это зависит с какого, если окружность дерева, с какого места вырезано оно. Видно, когда мастер берет заготовку, они чувствуют, насколько она хороша. А которая, естественно, не кондиция, это дрова уже. Возможно, на общаковые кии. Ну, я общаковые кии для бильярдных не делаю. Есть люди, которые это наладили, производство, честь им и хвала. Ну, а мы стараемся делать лучше кии завтра. Смотрите в следующем выпуске. Сколько киев сейчас в месяц получается произвести? Я хотел еще узнать, там, если можно тезисно, кратко, портрет для Фиделя Кастро, который вы сделали. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. Друзья, при заказе кия Ивана Оревнюка-Луцкого я помогу подобрать вам лучшие параметры, а также вы получите в подарок любой из видеокурсов нашей онлайн-школы. Обучайтесь по видеокурсам и программам вместе с нами в нашей онлайн-школе.